Финляндии, правильно? Да. Вот, там Норвегия и Дания близко. Да. Когда не пересекался с командами, может, оттуда молодыми? Ну, мы против команды не играли, но игроки из Дании, из Норвегии были. Но уровень хороший у них. Вот в какой хоккей играют все молодые? Вот, ну, хочется как-то понять на наших соперников. Играют в тело, быстрый силовой хоккей. Можно так сказать. Что еще узнаешь о соперниках? Наверняка смотрел. Ну, я не смотрел на них, я поеду первый раз на чемпионат мира. Но я играл зарубежно, как бы, я знаю, что к чему, как бы, как играют другие команды. Давай расскажи, как играют европейцы, там, их грязные приемчики. Ну, не, у них более техничный хоккей, более тактика. Они играют, как бы, в пас много. Ну, как бы, вот так. Что ты готов сделать, если вы возьмете золото, там, волосы покрасить в синий цвет? Ну, татуировку набить, я люблю Казахстан. Я об этом не думал пока что. Надо съездить, занять первое место, а потом можно что-то сделать. Ну вы на что настраиваетесь? Прошлая сборная взяла серебро, вы готовы их сделать? Мы в том году Ю-18 взяла второе место, мы постараемся взять золото, исправить эту ошибку. Они делились опытом, что-нибудь вам подсказывали, нет? Ну, есть Ера Мусабаев, есть Андрей Буяльский. Они нам будут, ну, подсказывать, как, ну, немного они более опытные, ну, на чемпионате мира играли уже, они нам подскажут, что да как. У нас в группе снова немцы-латыши, конечно, не тот возраст, но ты хотя бы о них имеешь представление, вот, как играют эти команды. И вообще, кто вот сейчас самый сильный соперник у нас в группе? У нас, кстати, все сильные соперники. А, мне кажется, ни разницы нет там, возраста. Все так же настраиваются на игры, играют в свой хоккей. Мы каждого будем настраиваться. Нет слабых. В общем, что не нужно делать, чтобы золото у нас было? Что не нужно делать? Да, что не нужно делать. Что делать, понятно, побеждать, забивать, все. Ну, не ошибаться. Не допускать ошибок. По два раза. Сразу устранять ошибки эти. И все. Все будет хорошо. И не пропускать на последних минутах, да? Да. Надеюсь, до этого не дойдет. Будем сразу матч вытягивать.